Фух, шикарно, ёпта. Хорошо. Давай, видишь домики прямо под нами? Да, я вижу сраный мост. Я уже его терпеть не могу, этот мост. Да, это же, надеюсь, не тот мост, да, который... Да, но на мост мы не пойдем. Я искренне надеюсь, что круг вон, будет... Вон, синяя крыша и красная крыша. Вон то берем, да? Слева смотри. Рядом слева? Стоят. Нет, а вот смотри, большой прям деревушка справа. Вот прям я на нее лечу. Деревушка справа? Наверное, туда кто-то еще полетит. Думаешь? Ну, да, поздно, да, уже, да, короче. Уже, нет, уже поздно. Поворачиваем налево. Я ж тебе о чем сказал, что надо... Слева тоже высаживаются. Блять. Ну, у нас такой себе шанс, на самом деле. Шанс один на миллион. Вон прямо чуть... дом, смотри, красный. Вон туда, короче, бежим. Налево, вот. Ну, получается, да, дом, который будет сейчас красный слева. Потому что спереди два тела, я увидел, сзади два высадились. Вот эти домики, да, давай, очень быстро, не останавливайся. Очень быстро, да, сзади, я прям видел, присаживался чел. Сука, да. Только еще беги спереди. Называется, да. Спереди, сука. Блять, вон он падает. Ну давай, это вот этот дом, я следующий и смотрим. Давай попробуем. Если что, бежим вперед и гасим его, надеюсь, он там ничего не найдет. Он там, судя по всему, в большом городе, он высадился один. Ебать, открывай, там городишко, я хочу туда. Оружие, оружие, оружие. Есть пистолет. Обосраться не встать. Обосраться? Уже обосраться. Че это валяется за хуйня? Перчатки, Так, у меня ничего нет. Сань, господь, у меня тоже. Понял. О, меня там уже, я слышу, стрельба идет, блядь. Пошли, патроны есть. Я слышу, это вот эти ребята, которые высадились, так, домовая нахуй. Направо. Направо есть он какой-то дом двухэтажный, можно его попробовать залутать. Найти бы тебя сначала. А, вижу. Ну, я думаю, вот. Нихера себе ты дёру дал, блядь. А этот по пункт ты проверил? Блядь, мишки, да, как ворзет 1-1. Глянул, там ничего такого. Там машина, кстати, слева есть, если что. Заебись. Если что, сядем, съебем отсюда. Ах ты ж твою мать, а. Вот еще машина есть, по-моему. Так, и наверху шли. Дом еще есть, кстати. Кто есть? Наверху еще домик есть. Большая такая усадьба. Есть дробовичок. Бери хоть что-нибудь. Я беру. Дедушкин, да? Шлем. Бери, бери, да. Мне кажется, явно кто-то припас нас. Припалил. Мог. Но не факт. Они сейчас обеспокоены пистолет. Тем, чтобы... пистолет возьми. Обеспокоены тем, чтобы хоть что-то забрать, блядь. Ты мне дробовичные патроны дал, зачем? Да. На, 12-й калибр. Да. Дал мне 12-й... И что я буду с ними делать, блядь? Воробьев пугать, что ли? Пистолет есть тоже, я возьму. О, калаш. Хули. Бля, я калаш проебал? Да, ты проебал калаш, блядь. Смотри, каска второго уровня. О, заебись. Давай, бери, блядь. Сука, немощная долбоебка. Бери, да, давай. Шлем второго. Хули ты... Ох, господи. Не идет, да? Так, здесь хорошая позиция. Хуйня позиция, на самом деле. Ну, вообще, да, хуйня позиция. Но позиция нормальная. Как ты калаш-то проебал, объясни. Ой. Слева, слева. По тебе, да? Нет, 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 нет. Это в городе. Это в городе, да. Че, пойдем постреляемся? Или я пошутил? Ты пошутил, хорошо, пошутил. Блядь, шутишь так. Знаешь, что это такие... Слушай, они прям очень близко где-то. Да, да, я и говорю. Так, валим это нахуй. Что-то этот чувак отчитался. Пойдем наверх. Быстрее, не... быстрее, быстрее. Принглс, да. А, Принглс, да. Я вообще тут. Пошли на тачку, может, и там какую-то нормальную это найдем. Тачку? Да. Ну, попробовать можно. Чтобы не получилось, как в той серии. Да, блядь, там вообще пиздец был. Я буду петлять, я буду как сучка петлять. Чти народа здесь не ебаться. Там аэродроп. Смотри за аэродропом, куда он пойдет. То за тачкой, то за аэродропом. Я тебе что, многорукая, многоглазая шива за всем своим. Не-не, я не против, я не против. Просто я на нервах тоже, как и ты, разрываюсь на всем. Ну, блин, да, да, надо одновременно за всем следить. Так, сел. Сел, давай. Аэродроп не видишь? Нет. Не, аэродропа вообще не видать. Бля, мы давно на тачку не ездили, я в последнее время вообще сусь на тачку гонять. Но... Просто едь прямо, там уже, кстати, вот домик неплохой. Да, давай посмотрим. Только остановись, пожалуйста, полностью, а то я уж боюсь. Первый этаж пустой. Пустой? Говно. Это такой зелененький еще. Блять, втором этаже. А ты заметил, что бинокля-то в игре нет, получается, да? Бинокль именно. Бинокля, да. Только прицелы. Короче, хорошо. Тут тоже ни хрена нет. Они там так смачно гасятся, слушай, уже как бы с ракет-то завалили. Что по нам, такое ощущение. Не-не-не-не-не-не. Пули бы летели, мы бы трассировку видели. Все, поехали. Слушай, ну перст, ну реально как GTA-шный. Я смотрю, точно такой же.
Какой, твой или мой? Твой. А, мой, да, мой. Я там еще свою каску присобачу, будет один в один. Так, куда нам поехать-то? Направишь? Да, можешь левее уходить. Все, понял. Вообще как бы левее, да. Потому что круг огромный, сужаться. Давай. Я по привычке все время хочу вылезти, знаешь, как в GTA, вот, допустим. Ага, вот это так не сработает, я наверх. Давай. Огромные чемоданы. Нихера, пусто вообще. Огромная... О, рюкзак второй уровень. Хотя бы какой-то рюкзак. Рюкзак хорошо, да. Огромная нихрена на самом деле, да, рюкзак это не считается. Не, больше не будем на этих домиках останавливаться, полное дерьмо. Да я хоть тебя рассмотрю, выйди. Хоть посмотрю на тебя вблизи. Ну, развернись. Это секси? Да ты вообще охуенно. О, полегче, сударыня. Поехали. За пригорком разберемся. Получается, смотри, двое сзади, или трое сзади, и двое еще в багажнике, пять человек. Семь человек в машине, да, и один под колесами. Хёпт. Ну, нормально тут можно собрать ребят. Вот, по-моему, пятеро могут кататься в общей сложности, но не только на машине, а вообще, в принципе, в игре. Воу, поле, блядь, да. Ненавижу поля. Как я тогда помер тут? Да, поля голимые. Слева наш амбарчик. Бля, не, в пизду амбарчик, мы уже там сдохли. Нет, в принципе, его, если его занять, то неплохое место. Нет, место на самом деле полное дерьмо. Там с двух сторон четыре двери, непонятно что. Если вас много, то в пятером-то можно занять, но нам вдвоем нас опять зайдут и сбоку расстреляют. Смотри, вот слева есть домики. Можно там попробовать давай. Что-то сделать. Что-то сделать. Что-то мы там сделаем. Ой, палевно так близко. Открыто или что? Хуй его знает. Это не дверь. Это не просто дверь. Попробуй остановиться для начала. Подожди, окна. Пойдем. Пошли. Давай, ты одну дверь, я другую, как в фильмах. Как в фильмах, они тоже там вздыхали неплохо. Тут двери открыты. Тут чувак. Он внутри. Убит. Собой. Нет, убил? Не убит. Он ползет. Все, убит. Значит, я убил его. Да, давай. Ты хиляйся, у тебя хп нет, зайди внутрь. Блять, да пытай. У меня нет. А чем хиляться-то, блять? Святой водой? У тебя бинты есть, на. Хорошо. Выложил. Давай. Я сейчас чувака посмотрю. Благодарю. Он что-то... А, это лампочка, блять. Он не может быть один здесь. Наверное, еще где-то его напарник. Бинты, блять, что отхиляли, что не отхиляли. Снайперка у него? Да. Хорошо. Машина. Подожди, тачка. Тачка. На, это наши спиздили. Блять. Это он, друг его, наверное, пидорюга. Да, пидорас. Украл машину, сука. Ну, как вариант, они могут быть сверху. Ты полностью выхиливайся, полностью все бинты ешь. У меня больше нет. А, есть еще бинты. Там пятеро. Сядь где-нибудь в углу, там дверь открытая, лучше где-то присесть. Воу, это что тут у нас валяется такое? К-74 тут есть. Так, я все возьму. Там, где я сижу, можешь залутать. Ой, блядь. Что за звуки? Это у меня соседи сверлят. А, господи. Хорошо слышно? Надеюсь, что нет. Ну, такое. Я думал, что в игре. Нет. Так, смотри. Я тебе еще бинты кидаю. Кидай тебе бульталяри, чтобы до фула. Так что хиляйся. Давай, сейчас я тут. Едет. А, это не он едет. Да, это самолет. Так, сейчас я... А, это не то. Это не снайперка. Это какой-то... Но можно сделать снайперкой, на самом деле. Можно сделать оптику, снайпер, да? Это снайпер. Компенсатор какой-то на нее поставил. У меня есть цевьё вертикальное. Не знаю, она пойдет. Так, выхиливаешься там? Да. Нормально? Потихонечку, да. Так, давай. Я туда пойду дома смотрю. Блять, я еще начинаю путать, блять. Ты это зашел, не ты над головой. Да, я обхожу, смотрю в дом, какое-то тело такое. Блять, думаю, это ты. Потом смотрю, Ника нет, думаю, что за хуйня? Блять, логично, блять. Собой закрывает, и я начал по нему ебурить. Вот и я об этом же. Я тебе говорю, тут реально секундная, он пока... Хорошо, что он сразу, блять, не понял, что куда. Дверь затовнет. Он не увидел меня, он спиной заходил, потом развернулся, открыл дверь, и я через дверь ебанул по нему. Слушай, так. А, лут вон там падает, окей. Патронтаж и шлем. Шлем у меня хороший. 12-й калибр. Так, он полностью. Бля, а тот чувак подсел на очко, обошел, блядь, сел в тачку и съебал. И съебал на машине, блядь. Вин дизель хую. Так, это где? Я тебе вообще. А, ты в доме? Я в доме. Надо двигаться отсюда, наверное. Винтов собрал, сейчас мы ночью не все осмотрели.
так, голографически имеется у нас. Я второй этаж не осмотрел. О, давай. Там может что-то быть. Угу, вдруг его, да? Вдруг, аккуратно, аккуратно. Здесь такая, что это, блядь. Рюкзак лежит? Вот такое, по мелочи. Рюкзак хороший, второго уровня, если надо. Да, беру сейчас. Первого левела. Полицейский жилет, нет, вот здесь, справа. А, вижу. Полицейский сколько жилет еще лежит. Вот, сейчас, да, заберем. Вот броня. Сейчас все возьмем. Тоже что второй левел. Бы... Снайперку, у тебя нет случайно прицела снайперского? Нет, у меня нету. Бинты есть. А вот эта хрень, она точно под снайперку косит. Так, ну, где мы? По карте? Блять, забрал машину, вот. Сука, ну что нам теперь, пешком ходить, что ли? Отберем. Ой, бля, зато друга забрали. Так, давай посмотрим, есть домик. А скорее всего, из этого домика и выбежал. Смотри, есть точно был, да. О, нормально, заберем. Патрончики вот лежат, 5.56 на стеллаже. Все, заберем, все надо. Все, забирай. Я вот не знаю, эмочку взять или все-таки К? АК. Вот я не понял, что из этого лучше на самом деле. По-моему, что то стреляет, что это нормально. Мушка поинтереснее на эмке, понимаешь? Там целиться хотя бы удобнее. А тебе нет коллиматора там? Нет, мне тоже надо. Не помешало бы. Так, окей, хорошо, давай думать. Последний дом остался сейчас? Мы в центре. Я еще хорошо, что увидел, что дверь там была открыта. Мы в центре всей этой срани. Блять, уехал на машине. Да, кстати, мы в центре, но я бы не стал сидеть, потому что мы сейчас опять будем сидеть, а потом в конце. Да. Лучше двигаться. Пойдем. Погнали. Он поехал в 20-м направлении, пошли, блядь, тачку отбирать. Да, надо отжать свою машину. Блять, зашел же. Пиздец. Сзади. Надо было успеть выбежать, пострелять по нему, может быть. Да, поле, я не люблю это поле, блядь. Да. Просто пиздец. Я догадывался, конечно, что он где-то здесь, но я на очко присел, что непонятно, откуда он нападет. Иди, знай, вдруг их больше, чем один, ну, больше, чем двое. Так что нормально. Да, как вариант, они могут играть втроем, но такое здесь карается. Бля, у нас вообще пизда позиция. Без тачки здесь лучше не соваться. Потому что там впереди тупо поле. Пошли. А вон дом, смотри, вон там, может, в домик зайдешь? Вон, видишь? Я засал, честно, дойти, но раз ты предлагаешь... Чего бояться? Давай вон там тень смотри, охуенная. Так, ну тень, да. На самом деле, я тебе скажу, тень не спасает, потому что, может быть, на максимальных там оно как-то не бросается в глаза, на минимальных. Что тень, что не тень, что то хуйня, что это. Тебя видно, как на ладони. Бля, даже кустик не спасет. Тебя вообще не спасет. Кустик может спасти, но он должен быть широкорастущий, там очень много... Так, надо слушать. Олег. Ты тут? Да. Бля, я завис. Сейчас отвисну. Где я оказался? Ты посреди поля стоишь. Я умею выбирать позиции. Там. Я попробовал назад. А, я лег. Шмотки валяются, значит, никого здесь не было. Не лагай, чисто радио. Такс. Так, ты побывал уже, да, в доме? Нет, тебя ждал, на самом деле. А, бля, я так жестко зашел. С уверенностью, да? Да. Такой. Так, ну тут вообще что-то пусто. Ружбаечка валяется. И все, пожалуй. Так, все, хуйня. А вот еще какая-то дверь. Так, одна нет. Минута. Есть коллиматорка. О, или ставь, сюда? Ставь коллиматорку. Там несколько, что ли? У меня стоит уже. Ты ее взял. О, даже так. Где тут коллиматорик у нас? Вот это, наверное, да. Есть МП, нет. Красный коллиматор, ну давай. О, хорошо, Battlefield. Да здравствует. Battlefield. А вот смотри, еще впереди какой-то домик. Слушай, а пулемет? О, есть этот, ОМП-9. Не, нахуй его. Тут смотри, есть черный плащ. Черный плащ? Черный плащ. О, да, детка. Но все, которых нас убивают, они все в черных плащах. Может, из-за этого, типа, херово видно. Типа, пиздатости придает, да? Ну, типа, да, типа. Ну, черный плащ, это же неспроста такой супергерой крылевый. Тут смотри, если шлем тебе не нужен, а шлем тебе, видимо, не нужен. У меня второго уровня есть, нормально. Бля, ты в плаще слева... реально. Блядь, слева уже города, там полная хуйня. Но можно пойти, вон слева еще домики есть. Пойдем туда? Давай. В конечном итоге надо напоследок экшончика. Нормальный экшончик мы уже устроили. Да, экшончик здесь добротный. Блин, надо реально было не тупить, я должен был выбежать.
Я слышал, машина же прямо под этим, под домом была. Ладно. Ай, жалко. Да, их могло быть много, так что лучше лишний раз не рисковать. Ты стреляешь ему по колесам, он красиво, знаешь, делает сальтуху так, на машине. Так, переворачивается. Взрыв да, такой, да. А потом ты просыпаешься. Вот смотри, например, вот этот кустик тебя будет видно, например, вот здесь вот. Потому что на минимальных он полностью просвечивается. Пиздец. Блять, за камнем бы каким-нибудь, конечно. В Расте, кстати, эту шнягу фиксили. Люди отключали траву, допустим, в Расте, и спокойно чистили. Ну да, и нормально. Так, кто мы это убрали? Справа домики. Но здесь, я думаю, это тоже пофиксили, если не пофиксили. Учти, там вышка, огромная вышка. Вон слева там вышка. Есть. Угу, вот напорка. А, по идее, не забраться. Смотри, домики. Вижу. Поставь автоматическую стрельбу. На Б. И пойдем, поехали. Тихо, смотри, самолет прямо над нами, давай посмотрим. Я думаю, может выбросить где-то. Блять, прям на нас! Сука, прям на нас аирдроп бросает! Хебать! Блять, и домик под обстрелом! Сука, какой, где? Назад мы прям обстрели. Там гасит кто-то? Нет, красная зона. Ёпта! Блять! Сука, аирдроп прям на голову. Какая Какое место, блядь, ужасное. Бегом сзади, сзади тачка. Даша, наша тачка слева. В смысле он уезжает. Он, вон он слева едет. А, вижу. В низине. Так пусть он едет в этот. Какой так. Низине? Там слева машина была. Слева. Ну, он слева приезжал, да, там низине. Блядь, аирдроп. Аирдроп почти упал. Ебануться можно. Он сейчас на машине подъедет, учти. Да хуй с ним. Че, ну никто. Ну, такое. Бля, ну он прям... я на свой страх и риск. Давай. Смотри направо, скорее всего, кто-то справа будет. Блять, может лечь. Бля, взрывы. Пизду, я съебываю. Ты не будешь лутать? Нет, буду. А, он вдалеке взрывает. Понял. Возможно, они засут сюда идти. Ну такое. Я пока дорогу палю. В принципе, кусок дороги я вижу. Пулемет. Нормально. Ты еще жив? Да. Давай, сейчас я тебе сейчас скину пулемет. Да нет, здесь не надо, надо. Я машину слышу. Подожди, подожди, едут к аирдропу. Тихо. По-моему, едут. Подожди, я заряжу его тогда сейчас. О, ехали. Я видел баги. Только что проехал баги. Я зарядил. Вон он, чувак. Давай, ебани его. Он, их двое. Блять, где? Блять, я сел. Они за рядом с камнями. Я ползу. Попробую бежать. Блять, пулемет полная хуйня на самом деле. Я так сейчас обосрался. Я немножко сзади их они, обойду. Они с камнями, да, там их двое. Он бежит на меня, он бежит добивать. Тебя добивать? Да, сверху. Спину его застрели. Бля, какая отдача, ебануться можно. Да, вот он тут, вот прям вперед, куда ты смотришь, он там будет. Он пошел меня лутать наверняка. Сейчас я обойду его. Я вижу их баги. И там справа еще один. Их да двое. Один в черном во всем. Сейчас один попробую. Лутает. Должен лутать. Я не вижу, чтоб тебя лутали. Посмотри справа. Включи третье лицо. Не видно ни хрена. Ага. Блин, так неудобно, когда я не могу покрутиться. Видишь? Так, зайди чуть повыше. Они, скорее всего, у аэродропа. У аэродропа, посмотри. А аэродроп где-то здесь, по-моему, был. Да, левее. Они вот за вот этими камнями, которые два стоят рядом, они там были. Слева, слева! Сука, где? Ну вот слева по тебя садили. Беги. Рано, вон у аирдропа сидит. Блять, я его только увидел, там их двое. Да. Это пиздец. Я начал стрелять с этого пулемета. На моем видео можно посмотреть. Он такой косой, он там такая жесткая отдача. Тут, смотри, тут двое. И у аирдропа, по идее, кто-то еще. Ну, два человека у меня убило. Убил человек возле аирдропа, прямо возле коробки сидел. Да, и один сзади сидел, стрелял, а еще там был чувак с черным этим. Ну, в общем, я думаю, это достаточно боевое окончание серии. Спасибо. Да, в принципе, классно. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Все, ребят, до скорых встреч, пока-пока.